Если не знаешь, каковы твои дети, посмотри на их друзей. Стратегия без тактики – это самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии – это просто суета перед поражением. Если ты узнал, что у тебя появился шпион противника и следит за тобой, обязательно воздействуй на него выгодой. Веди его к себе и помести его у себя. Государь не должен поднимать оружие из-за своего гнева. Полководец не должен вступать в бой из-за своей злобы. Двигаются тогда, когда это соответствует выгоде. Если это не соответствует выгоде, остаются на месте. Брак без конфликтов – вещь почти такая же невероятная, как нация без кризисов. У иных мужчин, особенно у мужей, выработалась привычка надменно отмахиваться от женских суждений. Женщины это переносят болезненно, и они правы в своей обиде. Бывает, конечно, что из-за неловкости выражения самые глубокие мысли кажутся глупыми или банальными, но нужно дать себе труд перевести их на нормальный язык. Разговор – это здание, которое строит совместными усилиями. Будущее – это время, когда будет известно все прошлое. До тех пор, пока прошлое известно лишь частично, мы живем в настоящем. Скромным может быть лишь человек, который достаточно высокого мнения о себе. Тиран – это смесь трусости, тупости, произвола, безответственности и самовлюбленности. Таким образом, он действительно представляет собой большинство общества. Если вы хотите найти счастье, перестаньте думать о благодарности и неблагодарности, и предавайтесь внутренней радости, которую приносит сама самоотдача. От каждого недуга в этом мире лекарство есть, или вовсе нет спасения. Ты отыскать старайся то лекарство, а если нет его, не мучь себя напрасно. Пусть прошлое хоронит своих мертвецов. В нашей жизни есть кулисы, а за ними – свой мирок, там общественные крысы жрут общественный пирог. Есть в каждой нравственной системе идея, общая для всех, нельзя и с теми быть, и с теми, не предавая тех и тех. Родителей нужно оберегать от реальности. Разница между дурой и невеждой в том, что невежда может чему-нибудь научиться. Нет ничего тягостнее вынужденной благодарности. Не щадил себя, а в этом познается человек, если он, живя в достатке, стать на место бедняка не боится. Это значит, что превратности судьбы не страшны ему. Отлично ты себя нам показал. Будь всегда таким. Да, слово, врач страданий человеческих, что в силах душу из недуга вызволить. Никто никого не бросает,
просто кто-то уходит вперед. Тот, кто отстал, считает, что его бросили. Если тебе тяжело, значит, ты живешь неправильно. Хочешь обратить на себя внимание, удиви. Хочешь, чтобы о тебе долго думали, разозли. Хочешь, чтобы с тобой долго общались, вызови интерес. Наш народ не видит или не хочет видеть, что он буквально ходит перед всем миром с расстегнутой ширинкой. Человек, которому не в чем каяться, счастлив, потому что он идиот. Бывают люди, похожие на нули. Им всегда необходимо, чтобы впереди их были цифры. В одном часе любви целая жизнь. Обладать вкусом – это больше, чем обладать умом. Ничто так не помогает нам продлевать нашу жизнь, как уверенность в том, что наша смерть кого-то осчастливит. Если насилие – это правая рука политики, то хитрость – ее левая рука. Какое бы высокое положение ни занимал честолюбец, он желает подняться еще выше. Мечта есть самое приятное, самое верное, самое интересное общество. Оно делает течение времени незаметным. Часто платят счастьем всей своей жизни за удовольствие высказать свое мнение. Время все лечит, хотите ли вы этого или нет. Время все лечит, все забирает, оставляя в конце лишь темноту. Иногда в этой темноте мы встречаем других, а иногда теряем их там опять. Люди думают, что много чего не могут, а потом неожиданно обнаруживают, что очень даже могут, когда оказываются в безвыходном положении. Загляните в свои собственные души и найдите в них искру правды, которую боги поместили в каждое сердце, из которой только вы сами сможете раздуть пламя. Пьянство не рождает пороков, оно их обнаруживает. Высота горы, на которую ты поднялся, определяется глубиной ямы, из которой ты выбрался. Может быть, дураков не становится больше, но они становятся все активнее. Кого однажды жестоко ранила судьба, тот навсегда остается ранимым. Жизнь ничего не дает бесплатно, и всему, что преподносится судьбой, тайно определена своя цена. Больному следует приложить немало усилий, чтобы не быть негодяем. То, что написано без усилий, читается, как правило, без удовольствия. Каждый старается быть умным, а тот, кто не может быть им, почти всегда хитер.
ненавидят люди гораздо последовательнее, чем любят. Дерево свободы нужно поливать время от времени кровью патриотов и тиранов. Твой собственный разум, единственный оракул, данный тебе небом, и ты ответственен не за правильность, а за честность решения. Гордость нам обходится дороже, чем голод, жажда и холод. Как много страданий приносит нам то, что никогда не случается. Заболейте счастьем, добром, милосердием и любовью. Только люди, пораженные одинаковым недугом, понимают друг друга. Если я обречен, то обречен не только на смерть, но обречен и на сопротивление до самой смерти. Большинство современных книг – лишь мерцающие отражения сегодняшнего дня. Они очень быстро гаснут. Старое же обнаруживает свою сокровеннейшую ценность – долговечность. Лишь бы новое – это сама приходящность. Сегодня оно кажется прекрасным, а завтра предстает во всей своей нелепости. Таков путь литературы. Невозможно оправдаться, когда тебе не хотят верить. На что только не согласится человек ради еще одного интересного воспоминания. Наши глаза, словно воображаемая кинокамера, выхватывают кусочки историй, из которых постепенно слагаются картины чьих-то воспоминаний.